15-летний самбист Александр Крупин завоевал серебряную награду. Воспитанник тренеров Евгения Исаева и Олега Плисова на первенстве Приволжского федерального округа в Чебоксарах провел 8 схваток. Самая сложная схватка получилась 7-я, за выход в финал. Там я держал победу по баллам 2-1 с минимальным преимуществом. И тем самым вышел в финал, заработал путевку на первенство России. Первенство России состоится осенью в Нижегородской области.